Давай вот русский. Это вот сюда. Ну что? Что у нас тут выявилось? Говорят, Ваня, гости Ваня, приехали. Да высокие ростом. Кто такие? Кто приехал-то к нам, а? Так. Ну да, какой? Добрый, добрый день. Добрый, слава тебе, Господи. Спаси Христос. Ну все, давайте определяйте. Да уж определим как-то. Ну, брать это где? Мы поедем к батюшке-то, благословимся. На благословение, давай. Ну так садитесь и езжайте. Да, ну вот эти. Здорово. Здорово, откуда эта вода? Брать это. Откуда вода тут? Это я купил ее питьевая, газированная. Мы не допускаем в лагерь. Отдай кому-нибудь, отдай. Кому-нибудь. Она диск потеряется, да. Иди познакомься поближе с нашей обслугой. Хорошо, не переживайте. Слава, добрый день. Вот спрашивая головка прилетела. Встречайте. Это тетя Валя. Да, это Галина Александровна. Да, можно без Александровны. Да, можно просто. Галина. Да. Так, Витя, Витя, на, поснимай. Что так, я приветствовался, меня не видно, это не годится. Да-да, это как же так? Там чемоданы, а братьев пока нету, да? Вот. Ну давай выставим, да и все, тут не мы все выставили, потом мы сейчас приедем. Вот. Ну все. Они к батюшке пойдут, Игнатий. Игнатий, давайте я их отвезу к батюшке, и они придут уже. Да, мы придем. Витя, давай. Давай, на все умеете снимать. Сегодня в 3.55. Так же стал. Садись, даже раньше меня. Ты опередил меня, он на 5 минут. Отходите от машины. Это знаете, кто приехал-то? Зовут Жанна, это по-нашему Яна. Яна? Из Праги. Иоанна. Иоанна. А как называете? Из Франции? Нет. Прилетели. Жанна. Ну вот, поехали. Жанна. Давайте, будет полетный путь. Я Витя приехал. Это, Володя, бери, отнеси сумки. Давай. Иоанны. Они тяжелые. Вот здесь за машиной большие. Ну хотя бы на территорию лагеря. Ладно. Вот и все, провести вечер. Аллилуйя. Я хоть до утра буду петь. Главный концертмейстер приехал. Соловей! Соловей наш приехал. Все, кто звать на косе за мной. Приехали, пошли. А с этой так тарелка. Лучшая работа. Из Франции и так далее. Пошли, иди. Андрюха, ты отказывался. По ней не скажешь. Все. Ну а что, она человек, как и мы, а что у нее должно быть, если она из Франции? Эйфелевая башня. Мы пошли звать на костер. Так сначала поужинаем, потом пойдете звать. Сейчас ужинаем, потом. Она что, по-русски умеет разговаривать? Давай ко мне. Возьми, Володя, чтобы закончить. Я вообще думаю, что она чистая француженка. Вот он. Поставь на колесики. Меня разочаровали, я думал, это чистая француженка. Давай, не надо выдвигать ту ручку. Нет, тебя, а тебя-то что, разочаровали? Тебе какая разница? Я думал, можно будет сказать что-нибудь по-французски. Скажи. Да не интересно. Давайте за стол. А так что говорить-то? Тимофей, за стол. Из 25,7. Подождите. Это у тебя велосипед-то не будет. Ты бы съездил там, поснимал этим на поле-то. И как девчата пасут-то мы не видели. Ну ладно. Костер-то. Снять надо. В другой момент может не представиться. Пошли. Все, выключай.